Здравствуйте, дорогие ребята. Вот, значит, первый улов. Многие не рыбаки не знают, что у нас в реке Кама появилась вот такая рыба. Называется она рыба-игла. Голова похожая на на морского конька, но это нет, это рыба-игла. Вот. Не бойтесь, она в улове иногда присутствует, такая рыба. Значит, вот у нее очень маленький ротик такой, но очень она диковина для наших мест. Кто не знал, что такая рыба существует, ставьте лайки. А таких рыб редких пород надо отпускать. Плыви. Вот. Она поплыла. Каждая пойманная мной диковинная рыба была отпущена и успешно живет до сих пор. Вот она кормится планктоном. Вот она. Вот она. Вот.